Привет, привет, всем здравствуйте. У нас до сих пор жара. Работаю сейчас и вспомнил меня, в тот раз вообще много людей заинтересовалось вот этим аппаратом. Говорит, обязательно покажи, как ты будешь работать им. А я ушел и там ветки выпиливаю. Что-то вспомнил про камеру, думаю, а что я не снимаю? Давайте покажу, может материала сколько засниму. Сегодня я чищу гараж. С одной стороны, по крайней мере, я точно сейчас все уберу. Пока все здесь бросил и... Ну, тачку не привозил эту, измельчитель. Это на все убрать вот мне. Начинаю я здесь, видите? Это у нас ива или ольха? Нет, не ольха, ива. И я здесь... Вот этот кустарник сегодня мы перемолим с вами. Выпиливаю. Гринвордская пила вообще классная. Для таких задач немножко ее забивают травой. Все, сейчас я это все выпилю. Стаскаем сюда. В кучу. Потом притащим измельчитель. И прямо на дорогу. Я, видите, ямы здесь. Засыпаю ямы. Его поставлю, наверное, вот сюда. Вот здесь ямы. И будем сюда. Потом я это все разровняю. И пускай это в кольях лежит. Все. Ну что, погнали. Все покажу, как обычно. Жара только стоит. Блин, надо было здесь выкосить. А я в гараж не хожу и что-то не кашу здесь. Забыл. Ну ладно, не критично. Не будем отвлекаться. Давайте сегодня займемся. Посмотрим, сейчас гору сделаю. И вот нам потом надо будет в ту сторону все очистить. Уай, здесь вообще тоска зеленая, но пока дождя нету, надо все сделать. Все, погнали. Сейчас сколько на голову включу, покажу, как я выпиливаю. Потом все выпилю и начнем. Так, ну что, погнали. Я тут уже выпилил частично. Сюда складываем, потом перетаскаем на дорогу. Видите, забивает травой немного. Надо, не страшно. Так, какие-то осы здесь летают. Сейчас на дорогу сейчас наложу. Потом все это мы с вами переработаем быстренько. Так, это откуда сучок? Есть. Конечно, не в жару бы это все делать. Но время не ждет. Что там я вас не уронил? Сейчас этот куст весь измолим или измелим, измельчим. Покажу, как это практично, удобно и комфортно. Это спилено уже. Все, продолжаю. Сейчас спилю, покажу. Куст вырублен. Стаскиваю в кучу. Сейчас таскаю и пойдем привезем измельчитель. Дофига получается. Блин, пауты не дают работать. Видите, надо гараж красить. Все из этих веток заржавело. Ну его нафиг. Так, где-то что-то не выпилил вроде. Ладно, сейчас допилим. Что оставил? Фу. Так, что мы тут оставили? Сейчас допилю и все. Так, куст вырубил. И около моя гора целая. Сейчас идем за измельчителем. Сюда перемалываем. Все, чистота, порядок здесь.
следующий раз с другой стороны. Жарко просто. Сейчас с одной, потом с другой. Можно потом канаву эту почистить. А можно не чистить. А здесь почистил. Так, пилу, да, я здесь оставлю пока. Пускай стоит. Сейчас я приду. Сейчас заправ. Нет, наверное, унесу. Что-то мне кажется, кто-нибудь пройдет, прохожий ее прихватит. А здесь у меня камеры не видят. Все, идем сейчас, дозаправлю этот уборщик. Прикатим его сюда и начнем работать. Смотрим. Ну и жара. Нет, не смотрим. Давайте еще посмотрим, сколько температура. Меня там проскакивают комментарии, что вроде что ты смотришь, у тебя от забора накаливаться. Я уже вроде объяснял, не знаю, люди не слышат, что ли, или настолько туповатый, во-первых, северная сторона, во-вторых, у меня утеплитель. Видите, фольга специально сделана, и чтобы отражала, чтобы не нагревалась даже. Ну и северная сторона, все равно здесь ровно кажется. Что там кажется у нас? 33 градуса. Ё-моё. Фу. Что сейчас делаем? Заправляемся. Что там видно? Или не видно? Заправляемся. Блин, как бы не уронить мне бочку еще. Так, давайте еще чуть-чуть. Все, я думаю, хватит. Так. Оп. Сливаем все обратно. Готово. Вносим на место. Поехали к месту дислокации. На накачанных колесиках едет. Только так. Так. Сейчас мы его поставим где-нибудь вот здесь. В колью. А, в колью мне неудобно. Надо развернуть. Вот так тогда. Да? Или как-то. Сейчас поставлю. Или там засыпать. Ну что, приступим? Все, пригнал я ему. Блин, у меня открыт почему-то был крантик. Все, начинаю щепу драть.
Вот и весь куст. Сколько? 15 минут. Куста нету. Жарище. Потом ту сторону. Блин, он даже не напрягается. А если сотый взять? 13 лошадей движок. О-о-о-о. Ёкаломанная. Пошел за граблями. Сейчас я это все разгребу здесь по дороге. Вот в эти кали. Пойду грабли принесу. Все можно прибрать, конечно, туда отвезти. Не, я по дороге. Место песка у нас тут будет. Посмотрю, как себя вести будет. Фух, пекло. Конечно, пекло, друзья мои. В такую погоду работать тяжело. Вот такой измельчитель. Вообще классный. Понравился. Рассказываю, друзья мои. В течение 2 дней, там, примерно это, по полчаса у меня заняла подготовка, полчаса, да, молодьба, полчаса по гаражке почистил. Все, можно покраски начинать, но у нас дожди, видите, обещают. Завтра уже грозы, сегодня нету. И не спеша, вообще не напрягаясь. За 2 дня гараж я очистил. Здесь засыпал. Ту-дунк. И здесь. Все кустарники убрал, а то вокруг вот такая, ну, видели поросль, я не знаю, не вставил, наверное, не знаю. Надо было сначала снять, показать, как было, как стало. Это у электриков, но я частично, может, уберу, но мне основную задачу надо было гараж очистить. Следующая задача — будем молоть, вот эту яму будем очищать, подготавливать. У меня бы нынче тоже все. Ну и по мелочам тут надо все убрать, там черюгу. Вот так вот. Вещь, конечно, работа встает в удовольствии. У меня в 2 этапа она проходит. Я сначала пилой подготавливаю, кучу накладываю. Все, прикатываю измельчитель. И все. Запускаешь. Бункер так и... Я не использую бункер. Я так понял, что это ботва от картошки. Потом укроп сухой. Потом вот это всякое там... Цветы можно сухие сюда засовывать. Я так понял, для чего. А остальное у меня все здесь. Вот в этот. Проходит и все. Бункер пока не используется. Но у нас будет ботва, наверное, вот нынче. Вскашивать там все буду, ерунду, под осень. И мы попробуем помельчить ботву. Как она тут, вся эта, цветы, да вся ерунда пойдет. А ветки все здесь. А это вот, я не знаю, что за датчик все-таки. Это, мне кажется, крышку, когда снимаете, чистить, чтобы. Вот эту крышку, если барабан забьет. Здесь датчик срабатывает, вы его не заведете, он глохнуть будет. Датчик холла, наверное. Да? Все продумано до мелочей. Все. Вот такая у меня работа была классная. В удовольствие. Будем все молоть. На низку году все заросло. Потом поедем шабашить по деревне. Объявление дадим. Измельчаем все. И выпиливаем. И все. И посмотрим, сколько в деревне можно будет заработать. Пока всем.